Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и то, что вы сейчас узнаете, это просто полнейший, лютейший трэш, потому что только что перехватили пакеты обновлений, то есть это не кликбейт, это не байт, я за это лично ручаюсь, то что это не какой-то вброс, это именно пакеты данных, которые перехватили и там узнали новую информацию про обновление 0.14.0. И как обычно, в начале данного видеоролика я вам подарю 1000 голды. Чтобы ее получить совершенно бесплатно, первое, что надо сделать, это поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать комментарий со своим ID. И третье, посмотреть это видео от начала до конца без перемот. Так, выпадает орел. Идем, а? Решка. Идем, Б. Это были мои 5 рублей. Ну и куда пойдем? Теперь касаемо слива, что же такое перехват пакета? Перехват пакетов — это перехват любой информации, которая идет на стороне клиента, то есть на стороне вас. Чтобы понимали, что это не просто хрень, которую я написал сам, просто внимательно все это посмотрите, вот-вот-вот, внимательно все это посмотрите. Я думаю, всем и так все понятно, то что это реально перехват пакетов и то, что это реально стендов. Ну что же, а сейчас будет самое-самое интересное. Вы даже его только что видели, самое интересное. Ну а теперь самое-самое главное. Ребятки, обратите внимание, Collection Revival, то есть это не Rival, не путайте, это новая коллекция, которой раньше не было. И говорят то, что это новая коллекция брелков. Просто посмотрите на все это. Давайте посмотрим, сколько же будет брелков в новой коллекции. Раз брелок, два брелок, три брелок, четыре, пять, шесть брелков. И если все это будет правда, то получается, коллекция Revival — это новая коллекция именно по брелкам. И, ребятки, еще одна очень важная инфа по поводу новой коллекции статреков. Вам не посылал, что именно статреки. Читаем внимательно. Статрек, дальше коллекция, название тест. Теперь смотрите. Раз скин, два скин, три скин, четыре скин. То есть будет 4 новых скина статрека. Я не знаю, что это такое, но, возможно, какие-то особенные скины. Возможно, какая-то новая коллекция наподобие Nameless или еще что-то. Или, возможно, статрек брелки. Я просто без понятия. Как вы думаете, что это за 4 такие скина? Прямо сейчас напишите ваше предположение в комментариях. Но на этом моменте слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Обратите внимание, сколько скинов в обычной коллекции. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 скинов в обычной коллекции. То есть вы откроете совершенно любую коллекцию, везде по 16 скинов. Но у меня возникает такой вопрос. Почему в коллекции Шарм, как мы думали, это же новая коллекция, да? Почему в коллекции Шарм? Смотрите, Шарм 1, Шарм 2, Шарм 3. Листаем в самый-самый низ, и мы смотрим, что в коллекции Шарм целых, внимание, 29 скинов. И черт возьми, как такое возможно? Сейчас, давай, чуть ниже пролистай, вот. Черт возьми, как такое возможно? Почему целых 29 скинов? У меня есть такое предположение, что, возможно, коллекция Шарм — это какой-то новый набор стикер-паков, или это что-то... Ну, это точно не новая коллекция, но я не верю, что в новой коллекции может быть целых 29 штук. Да даже посмотрите на обычный бокс. Сколько в боксе? В боксе 20 скинов. 20, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Умножаем на 2. Да, 20. Я не понимаю, что это такое. Ребят, просто напишите ваше предположение. Что же это такое? Смотрите, вот. Я все это выделяю, показываю вам. Посмотрите, как же их до хрена этой коллекции Шарм. То есть, вот, буквально 29 штук. 29 скинов. Что это такое? Ну что же, братва, вот мы и спалили новую коллекцию брелков. К вам большая просьба, пожалуйста, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вообще вы думаете по поводу всего этого, по поводу коллекции Шарм. Обязательно подписывайся на мой канал. С тобой был Кент и ПК, всем удачи, всем пока.